Когда-то давно я ездил здесь и увидел пешую тропу, но не мог ее пройти, потому что не было с кем пройти, не было с кем оставить машину. Но зато теперь мы оставили машин, собак и пошли прогуляться в очень красивое место, которое как минимум выглядит таким сверху. Сейчас пойдем посмотрим. У нас ГЭФ с чистой водой, дождевой, даже прозрачная вода. Это какое-то супер-мега-крутое ущелье. Много скоб, много лестниц. Вода. О, узенько и красивенько. И где-то тут, говорят, есть ГЭФ, по которому нужно обязательно пройти, иначе нет дороги назад. Вот это то ущелье. Тот ГЭФ, который нельзя пройти, обойти. Сейчас мы, судя по всему, в него полезем. Тебе рождественские купания, Алена. Давай. Можно? Да. Для холода. Нет, это тепленькая водичка. Come on, come on, come on. Хорошо. Освежил у тебя. И дальше у нас продолжается красота со ступенями, с лестницами. Будем идти дальше. У нас вот здесь лестница наверх. И вот здесь веревочная лестница вниз. И все только ради того, чтобы продолжить вот туда. В общем, это оказалось очень классное, красивое ущелье. Коротенькое. С водой, где нужно даже намочиться по пояс примерно. Холодная водица. Очень красиво. Сейчас будем подниматься на самый верх. По большой отвесной стене. Вот туда будем. А подъем тоже веселый, со скобами, вертикально. В общем, очень крутой, короткий такой трек с приключениями и купаниями. Классно.